Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Sony Xperia 1 Mark 5. А сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение телефон. Далее мы нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем настройки. Здесь мы выбираем заблокированные номера и далее нажимаем добавить номер. И вводим номер телефона, который хотим заблокировать. И нажимаем заблокировать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.